В микрорайоне «Университет» в Чебоксарах продолжается строительство школы. Если все пойдет по плану, учеба здесь начнется уже с 1 сентября следующего года. Насколько реалистичны такие прогнозы? В репортаже Милены Алексеевой. Будущая школа в столичном микрорайоне «Университет» рассчитана на 1500 человек. Строительство идет по плану. Корпус здания возведен практически на 90%. Отделочные работы завершены наполовину. Мы сейчас уже начали проезды, вертикальную планировку полным ходом выполняем, чтобы в этом году до зимы, до морозов успеть. Также в этом году планируем в ноябре подать тепло, чтобы зимой уже работать и отделочникам, и электрикам уже в тепле. На объекте трудятся порядка 150 человек. Уже идет монтаж сантехники, завершаются работы в подвале. Главное, все строится из экологически чистых материалов. Здесь будет зимой тепло, а летом прохладно, потому что и кондиционирование, и вентиляция, все будет работать. Учиться школьники здесь будут в одну смену. Предполагается, что открытие новой школы позволит создать в микрорайоне единое образовательное пространство. Она будет не просто микрорайонная школа, и сюда мы попробуем внедрить новый образовательный стандарт, который включает в себя объединение сразу несколько уровней образования. Во-первых, это дошкольное образование в виде тех детских садиков, которые есть в микрорайоне, а сама новая школа и, наконец, Чувашский государственный университет, чтобы у наших детей, у наших школьников и будущих студентов была единая образовательная траектория. Ну и плюсом здесь будет выработка совместных решений с Чувашским госуниверситетом. По словам Дмитрия Захарова, новая школа будет в основном гуманитарного направления, но запланировано создание и лицейских классов.